У сувязі з непростой эпидемиологической ситуацией медики рекомендуют обмежовать наведывание поликлиник. При необходимости врача можно выкликать на дом. Так само дистанционно можно заказать необходимые леки. Разом с тем, медики настойливо рекомендуют постоянно контролировать артериальный тиск, а так само не спынять прием леков, рекомендованных врачом. Особливо это тычется людей сталого возраста. При этом наведывать поликлинику не обовязково. Можно звернуться у регистратуру по телефоне и выкликать врача на дом. Коли прийти во установу необходимо, заховывать певные меры безопасности, выкористовывать маски и опрацовывать руки антисептиком. Емистости с ним есть во всех поликлиниках, причем яны установлены у зручных для людей местах. Так само по телефоне можно выписать необходимые леки. Их принесут помощники врача, те сделают необходимые посылки у электронных медицинских картках. Всю необходимую информацию можно отримать на сайте Гомельской центральной городской поликлиники. Поликлиники работают в плановом режиме. Таких серьезных изменений в нашей работе не произошло. Но с учетом эпидобстановки все-таки не совсем у нас простой, введен масочный режим. Мы заботимся о своих пациентах с той позиции, что разделяем потоки температурящих пациентов, то есть организован отдельный вход для пациентов с температурой. И в регистратуре при вызове рекомендация настоятельно вызвать доктора на дом. Также мы заботимся о том, чтобы пожилые пациенты все-таки по плановым поводам ограничили свои посещения в поликлинике и могли эту помощь получить на дому. То есть по телефону в регистратуре пациент может абсолютно любой заказать себе выписку рецепта на те препараты, которые уже подобраны, и пациенты принимают их на постоянной основе. И помощник врача несет эти рецепты, готовые, домой. Также в настоящее время есть у нас прекрасная возможность получить рецепт в электронном виде на электронную карту, которую имеют все пациенты на руках. И надо сказать, что если кто-то вдруг из пациентов не получил эту карту по какой-либо причине, ее можно заказать по телефону в регистратуре.